За сутки в республике произошло 9 ДТП, в которых погибли 6 и ранено 9 человек. Основными причинами по-прежнему остаются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и превышение установленной скорости. ГИБДД республики призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и поменять манеру и темп вождения. Прошедшие сутки показали, что ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения в республике остается не просто сложной, а катастрофически сложной. Я хочу обратиться к каждому жителю Республики Дагестан. Задумайтесь о том, что процесс движения – это очень опасный процесс. Транспортное средство, которым вы управляете, это источник повышенной опасности. Управляя им, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих. Вспомните о том, что дорога – это не место для игр.